Всем привет, мастерская слон компании, меня Вячеслав приветствую. Сегодня у нас в наличии будет побольше ножей, не как вчера два. 7 ножей, ну и с разной ценовой категорией. Давайте начнем с H12 сынов. Первый нож, модель S2, модернизированный. Сталь H12 МФ, твердость 60 единиц, клин от обуха, шлифовка. Рукоять стабилизированная карельская береза. Такая вот. Стоимость этого ножа у нас по прайсу 7900 рублей. И в течение суток после выхода этого ролика стоимость этого ножа 6500 рублей. Так, давайте размеры. Размер 127 мм длина клинка, 30 мм ширина клинка, 3,4 толщина клинка. Толщина режущей кромки 0,27 мм. Длина рукояти 128 мм. Длина рукояти. Такой вот у нас классный резачочек. Он в одном экземпляре. Кого заинтересовал, пишите на номер Ивана, менеджера. Далее у нас два ножа модель S7 с клинками по форме модели S2. Так вот они выглядят. Это стабилизированная карельская береза, верхний, нижний стабилизированный орех. Ну, давайте по порядку. Сначала стабилизированная карельская береза. Цена этих ножей также по прайсу 7900 рублей. И в течение суток после выхода этого ролика стоимость этих двух ножей по 6500 рублей. 127 мм длина клинка. Ширина клинка 30 мм. Толщина клинка 2,45. Толщина режущей кромки 0,22 мм. Длина рукояти 127,88. Это первый вот такой нож 7. И второй нож. Размеры те же, цена та же. Стабилизированный орех дерева. Ну, классный резачочек. Скиннерочек 6-го года такой. И как туристический нож пойдет, и хозбыт пойдет, и как шкуросъемный отличный нож, то есть такой пригодится. Далее у нас два ножа модели S7 вот с такими вот рукоятями, то есть клинок модель S2 форма, рукоять Потап, уже знаменитый Потап, ну давайте по очереди. Стабилизированная карельская береза у обоих, кстати, ножей. Цена та же, 7900 по прайсу и 6500 рублей в течение суток после выхода этого ролика.
Здесь еще будет темнячок. Со всеми ножами идут кожаные ножны. Я их не приготовил, но я думаю, вы все видели уже, какие ножны кожаные. По крайней мере, вы можете задать вопрос Ивану в WhatsApp или Viber. И он вам пришлет фотографию ножных. Это первый нож такой серии, зеленый, 127 мм длина клинка. Ну, клинки примерно одинаковые, 30 мм ширина клинка, 2,3 толщина клинка. Толщина режущей кромки 0,23 мм. Длина рукояти 130 мм. И второй нож. Также стабилизированная карельская береза. Также темляк в комплекте идет. Ну, размеры, как у предыдущего ножа. Толщина клинка, да, тоже 2,3 мм. Стоимость этих двух ножей по прайсу 7900 рублей в течение суток после выхода этого ролика. Стоимость любого из этих ножей 6500 рублей. Далее у нас модель S11, сталь кромок, 62 единицы твердости. Здесь вот темнячок еще идет. Стабилизированный кап ольшанника, как я вчера говорил уже. Последние рукояти с этим деревом сейчас идут. Видите, красивые, красота, просто красота. Сталь кромокс у нас тоже уже. Последние клиночки идут. 142 мм длина клинка. Когда кромокс полностью закончится, уже мало, совсем мало, тогда таких цен на порошковую сталь уже не будет. 29 мм длина клинка. Толщина клинка 3,85. Толщина режущей кромки 0,3 мм. Длина рукояти 127 мм. Такой вот нож. Так, стоимость его у нас по прайсу 18400 рублей. И в течение суток после выхода этого ролика стоимость этого ножа 14500 рублей. Далее у нас модель S13, так называемый судак, сталь CTS 204P, 63 единицы твердости, вогнутая линза, сатин с долом и рыбачисткой. Дерево, стабилизитель, стабилизированный, как его, блин, вылетел у меня из головы. Там, тама, короче говоря, там. Помню, тама, вылетел из головы, бывает такое. Извиняюсь, на сайте, наверное, его еще нет. Потому что только вечером завершили изготовление. Кто-то напишет, вот, не знает дерево, с которым работает. Да вылетает, бывает, из головы просто вот.
просто. Так. Стабилизированный ясень. Кстати, иногда смотришь прямой эфир передачи какой-нибудь, там тоже даже у профессиональных ведущих вылетает из головы. Вот простое слово бывает, вылетит из головы и все. Чем больше думаешь, тем больше запутаешься. Стабилизированный ясень там. Так что прошу не судить строго. С утра меня. Так, стоимость этого ножа у нас по прайсу 24 900 рублей. И в течение суток после выхода этого ролика стоимость этого ножа 19 500 рублей. Классный нож, классный судачок. И почистить карасиков, судачков и все что угодно. И ошкерить. Да и просто, хотелось пожить. Почему это я? 142 миллиметра длина клинка. Ширина клинка, ну вот в этой части 28,3 миллиметра. Толщина клинка 3,9 миллиметра. Толщина режущей кромки 0,25 мм. Длина рукояти 135,5 мм. Здесь тоже кожаные ножны будут стандартные. И темляк. Итак, стоимость этого ножа в течение суток 19 500 рублей. Классный нож. Да все они классные, я думаю. Ну, на сегодня все. Кого заинтересовало, пишите, звоните Ивану. Если Иван не отвечает, ну, он бывает полирует рукояти, ходит перед отправкой. Так фотографирует, бывает занят. И если вам что-то срочно сильно понравилось и срочно надо не упустить, ну, тогда можете мне звонить, если Иван не отвечает долго. Ну а на сегодня все. Приобретайте наши ножи. Смотрите наши ролики. Делитесь нашими роликами с друзьями, родственниками. Кстати, делитесь как усиленно. Осталось набрать до 10 тысяч совсем ничего. И будет у нас тогда розыгрыш. И будет счастье. Ну, до новых встреч. Пойдем работать.